Ни для кого не секрет, что в последнее время здоровый образ жизни все больше набирает популярность. По данным ТАСС, занятия спортом и правильное питание – неотъемлемая часть жизни 70 миллионов россиян. Как относятся к спорту в нашем регионе, узнаем в следующем сюжете. Спорт во все времена был популярен в первую очередь из-за колоссальной пользы для здоровья. Несмотря на работу и повседневные хлопоты, большинство людей стараются находить время для занятия спортом. Кто-то начинает заниматься самостоятельно и методом проб и ошибок подбирает упражнения и питание, а кто-то обращается за помощью к специалистам. Сколько тренировок в неделю необходимо человеку для поддержания здоровья? Достаточно, в принципе, 3 тренировки. Это может быть, например, 2 силовых тренировки, 1 кардиотренировка или, например, 3 силовых тренировки в неделю. Это вполне достаточно. И питание максимально влияет на ощущения, на здоровье. И если питаться правильно в долгосрочной перспективе, конечно, принесет это намного большой такой вот плод здоровья. Соблюдать не только режим тренировок, но и следить за питанием, безусловно, важно для поддержания хорошей формы и самочувствия. Необходимо прислушиваться к своему телу и, отталкиваясь от этого, подбирать комфортную программу тренировок. Это могут быть различные комплексы упражнений, пробежки или плавания. Главное, чтобы физические нагрузки увеличивались постепенно, от легких с периодическими перерывами к более сложным и эффективным. Получать удовольствие и моральное удовлетворение не менее важно, ведь приобретение полезных привычек должно вызывать положительные эмоции. С тем, как я пришла в зал, очень ощутимо меняется качество тела. Прошло только 3 недели, но заметно уже тонус кожи меняется, норма сна какая-то появилась, то есть нужно обязательно отдохнуть после тренировок. Также с питанием были большие проблемы, но постоянные тренировки дают о себе знать, то есть постоянно налаживается режим, и улучшения еще грядут, я чувствую. Я занимаюсь спортом уже 437 дней подряд. Я делаю это для того, чтобы быть здоровым, как внутренне, так и ментально. И в целом, из цели, наверное, это продолжать чувствовать себя здоровым и молодым как можно больше времени. Забота о своем здоровье – вот главная мотивация тех, кто каждый день борется с ленью и идет заниматься спортом. Учеными доказано, что физическая активность положительно сказывается на нервной системе. Также укрепляются мышцы, улучшается метаболизм, нормализуется сон. Спорт дает дополнительную жизненную энергию, которая снимает накопившуюся усталость и дает возможность по-новому взглянуть на мир.